Мы планируем проводить летние и зимние школы. Темы, которые мы будем отбирать, мы хотим, чтобы они имели прикладное значение. Мне кажется, что очень важно найти лучшие практики. Нам хотелось бы очень также понять и ваши представления о том, как такое горизонтальное взаимодействие можно было бы выстроить. То, о чем мы говорили, глобальный рынок труда, глобальный рынок мигрантов, он станет очень тяжелым. Мы являемся второй в мире миграционной системой. И мне кажется, молодые люди просто почувствовали, что реальность меняется, надо как-то это дело изучать. Нам нужно было выполнить несколько заданий. Ехали куда-то в незнакомые районы. Было очень интересно и очень трудно. Целью квеста было почувствовать себя мигрантом, проверить в действии все то, о чем мы говорили на протяжении практически предыдущей недели. Это будет уже слишком. Это будет подумать. Можно еще раз вопрос?